невидимку по имени Леха. Эй, ну привет, мои сырники. Хочу поблагодарить вас за невероятно огромную поддержку под прошлым роликом. Столько лайков и столько комментариев. Это просто что-то с чем-то. Спасибо вам огромное, ребята. Ну а вам я хочу лишь пожелать приятного просмотра. Поехали. Окей, let's go. Один черный, кстати. Ну, это я про себя. Я в городе, а ты где? Там что написано было на входе? Там на выходе было написано. Ну, это пи***ц какой-то просто. Ладно, понял. Чел! Данек, блядь! Понял. Двое. Ну, пожалуйста, ну не надо. Не надо! Дядя, не надо! Да, я, короче, в этот, в француз пошел. Ты в зеленый домик зашел? Нет, не ты. Вижу. Он там вяжется, у меня в зеленом домике. Я что, в него попал, что ли? Одному дал. Какой ебу, сука? Один меня чекает. Дал ему в голову, положил. Второй там же внутри, ему херово. Нет, там один живой. Чего, бля? Это что за хуйня? Убил, все, убил. Все, оба мертвы. Чудо! Дробовичок. Да ты бы лег бы хотя бы, дробовичок. Да пофиг, брат. Нормально. Миш, мне похуй. Я так чувствую. Я нормально одет так. У нас сзади чел. По лесу слева бежит. Слева? Да, прям влево уходит. Тихо, он нас не видел по-любому, подожди. Нет, он видел, он прям за нами бежит. Да, вижу. Он прям в деревьях по мне стреляет. Налево уходит. И вот тогда это происходит. Момент, когда дыхание замедляется. И с каждым выдохом ты выпускаешь весь свой запас кислорода. И все замирает. Блять, он попал, я в унке. Ошибаюсь, я редко. Ну, в Дейзи, по крайней мере. По мне дали с горы. Видел его, он у леса. А чё у меня оружие меняться не хочет? О май гад. Поко. О, он с калашом, он нашего убил, походу. Вижу его. Ой, у меня в упоре. Что же мы сырные? Я хочу вам напомнить о таком проекте, как Last Exit, на котором есть увеличенная стамина, своя карта, два новых оружия, такие как ПКМ и Honey Badger. Также они добавили недавно чистокол. У них есть свои новые прицелы. И также такой ивент, как Airdrop, который не позволит вам заскучать, если вы не знаете, что делать. Также у них хорошая отзывчивая администрация, готовая вам всегда помочь. Ну а ссылочки на проект будут в описании, ребята. А вам приятного просмотра. О, он заряженный парень. Да, но у меня даже оружия нету. Интересно, какие шансы, что он жесткое пиво, и я его захуярю? А вот это уже звучит как победа. Oh yeah, Mr. Krabs. Опа. Вижу, вон он на крыше. Каков шанс, что у него не закрыта на отмычку дверь, то я смогу забежать, его расстрелять? Тут надо прям на уверенных щах-то влетать. Мы просто... Совсем дурак, да? Опа, вот труп, кого он убил. Мне нужны твоя одежда, твои сапоги и твой мотоцикл. Ты забыл сказать, пожалуйста. Нифига ты, бро. А ты что такой живучий? Может, на ней стрелялись? Пока непонятно. Надо просто на яйцах залетать. Опа, вот и трупешник. Вон чел, выбежал. Вдоль забора был. Надо за ним бежать. Минус один. К
Окей, ну что же, мои сырнички, спасибо вам большое за просмотр. Понимаю, что видео слишком короткое, и наверняка многих это разочаровало. Но если честно, правда, стал немного уставать, и мне нужен отдых от видосов, поэтому не знаю, как будет следующий. Ну, и до новых встреч, мои любимые.